Вот знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал почти, ну, значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно.